Продолжатель династии длиной в 10 поколений, Йошинда Йошихара является одним из последних в Японии мастеров по изготовлению традиционных мечей. В древности это искусство называлось «будо». Я часто слышу, что катана – это продолжение твоего ки, твоего внутреннего я. Для меня это возможность увидеть, как мастер вдыхает жизнь в полоску стали. Пока существовало сословие самураев, меч являлся основным символом японской касты воинов. Для самурая меч был не только его оружием, но и душой. Это представление в Ник Эдо Мура рассказывает историю слепого самурая, освободившего женщин из рук похитителей. С 12 по 19 века самураи были профессиональными наемными солдатами на службе враждующих японских феодалов – шоганов. К концу 19 столетия Япония объединилась под властью императора Мэйджи, и сословие самураев перестало существовать, но дух будо сохранился.